Добрый день, дорогие друзья, садоводы, виноградари и все, значит, любители нашего общего дела. Значит, нахожусь в городе Геленджик на винограднике. Вот, значит, приехал показать и развенчать все сомнения, потому что почва фреза сванагра не может работать по камням, как многие говорят. Конечно, есть почва фреза, которая не работает по камням. Но почва фреза сванагра, в целом сам бренд сванагра, вполне себе, прекрасно себя чувствует на каменистой почве. Не отрывает ножи, как только ловит камень. Работает исправно. В данном случае обработка произведена 120 гектар одной почвой фрезой. Одной. Так вот, обратите внимание, какие камни мы видим в междуряде. Это сложно землей назвать, это камни с землей. Вот такие камушки у нас здесь. И везде, везде, везде они такие. То есть она, собственно говоря, почва фреза из большого камня сделала щебенку. Она просто ее перебила. Вот так. Значит, и самое главное, знаете, вот на всей обработке не потеряно ни одного ножа. Она исправно, фреза работает и будет дальше работать. А почва фреза, значит, активно способна выполнять вот ту же работу, что и культиватор, за значительно меньшие деньги. За значительно, подчеркиваю. Не хочу никаких цифр говорить, вы и сами прекрасно их знаете. За итальянские орудия у нас какие пугающие фермеров цифры. Мы сейчас будем через минут 40, значит, на другом участке пробовать, там, где тоже очень много камней, но обработка еще пока не была произведена. И покажу с самого, значит, начала, что она творит, эта почва фреза с каменистой почвой. Так что мы это сделаем, друзья. Ну что, друзья, заезжаем в междурядье. Хочу вам показать, обработки здесь не было. Все хорошо видно, трава растет, камень лежит. Без всякой подготовки, без всяких согласований. Почва фреза сванагра РТ 200 заезжает для выполнения своей боевой задачи. Он работает не глубоко, сантиметров на 15 ей примерно. Этого достаточно для их задач. Я в стороночку отойду, потому что камни летят. Заглубил ее. Посмотрите, как она скачет. Она и будет скакать по этим камням. Смотрите, сколько камней. Это просто, это ужас. Сплошные камни. Ну что, друзья мои, начало положено. Вот перед вами трактор МТЗ-82 с почвофрезой сванагра РТ-200. По камням просто, по камням, по горам камней. Я думаю, ни у кого больше вопросов не возникает, что почва фреза сванагра не способна, значит, работать по камням. Способна, способна, я подтверждаю это. Вот такой еще участок перед вами. О, у нас камни, валуны. И молодой виноград.
так. Так что, друзья, приглашаю вас в компанию «Агроформат», город Краснодар, Евдокии Бершанской, 353/5. А также у нас есть филиал в городе Белгород, Сгоева 4А. Приходите, проконсультируем, поможем выбрать. Значит, очень много орудий на складе в наличии.